Пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Окружной суд на основании вердикта коллегии присяжных сегодня вынес приговор в отношении Юрия Чекина. В зале суда побывал и наш корреспондент Вячеслав Шабанов. Сразу после того, как в зал суда завели подсудимого, стеклянный бокс окружили объективы видеокамер. Чекин на вид, как всегда, спокоен. Охотно делится мыслями с журналистами. Говорит то, что озвучивал уже много раз. Он невиновен, суд нечестный, присяжные несправедливы. Показывает материалы дела. Вот вывод из Мановского. Тоже вот здесь вот полностью весь лист получился. Все материалы в суде изучались год. Прошло почти 100 заседаний. Привлечены десятки свидетелей. Присяжные еще два месяца назад вынесли вердикт о виновности Чекина в трех заказных убийствах. Самым дерзким и резонансным стало первое в истории Новой России убийство регионального прокурора. Это произошло в 2000 году. 7-15 труп обнаружен. Информация действительно подтвердилась. Это прокурор округа Бедерин Александрович. Идет следствие, идет работа. Юрий Бедерин был застрелен в подъезде своего дома. Спустя три месяца задержали организатора убийства. Им оказался друг Чекина Виктор Змановский. Он вместе с двумя исполнителями понес наказание, а вот заказчик смог скрыться. Его задержали аж в 2021. Ну что, в квартире есть? Никого нет. Последние годы перед задержанием Чекин прятался в съемной квартире в Ханты-Мансийске. Скрываться ему помогала племянница. В зале суда она прячет лицо за темными очками. Заседание длилось всего несколько минут. После перечисления всех преступлений Чекина звучит приговор. По совокупности преступлений окончательно Чекину Юрию Васильевичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. После оглашения приговора племяннице Чекина с трудом удается скрыться от журналистов. Пожалуйста, не Чекин вину не признал ни по одному из эпизодов, зато в прокуратуре приговором удовлетворены. Его считают справедливым. По совокупности преступлений, с учетом позиции, которую ранее мы занимали, безусловно, является справедливым, с учетом тех преступлений, которые совершены подсудимым. В истории, затянувшейся на 24 года, поставлена точка. Юрия Чекина отправят в колонию особого режима. Вячеслав Шабанов, Вадим Черняев, Вести Югория, Ханты-Мансийск.